Я родился там, в Алтайском крае, а потом, значит, в связи с разными ситуациями, значит, я попал еще ребенком в Омск. Года три так двигался. Ну, ситуация такая была. Я, значит, окончил неполную среднюю школу, 7 классов, поступил в техникум железнодорожный, строительный, 2 курса закончил и проходил практику где-то в Калуге. И там достала меня война. Как только прозвенел, как говорится, сообщение, война, сразу все по домам. А там сразу в военкомат. Значит, меня сразу направили в военно-пехотное училище. Еще Таллинское называлось оно. Эвакуировалось Сталина где-то. Я даже сейчас не могу сказать, где оно было. В общем, краткосрочно, примерно полгода, что изучали? Строй, оружие, стрельба и все. После окончания как это, краткосрочного этого училища в звании лейтенант я направил был в строевые части, которые уже двигались на Москву. Командир взвода. В боях под Москвой и потом дальше на запад, значит, противник, ну, немцы. Закреплялись где-то, давали бой, ну, и дальше, до Курской дуги. Но я не дошел. И не участвовал уже, потому что я в боях перед этим был ранен в 42-м году и попал в госпиталь. В госпитале я 42-й, 43-й, вот в госпитале на лечении. И там же меня комиссовали, значит, дали статус инвалида. Ну, не инвалид третьей группы мог вести, как так говорят, может работать, то есть вести в канцелярский труд. И все. Я вернулся домой уже в 43-м году и поступил. Я нормально работать мог, ходить мог. Все. Коленный сустав мой был перелом бедра и как раз нижняя часть повлияла, это деформировалась коленный сустав. Значит, он сразу как-то я не особенно ощущал. В общем, поступил я здесь сразу на завод имени Баранова в качестве моториста. Моторостроительный завод. Он выпускал моторы авиационные сначала, разные виды, винтовые, потом турбореактивные, а потом ракетные, последние. Я сначала поступил как помощник моториста. Ну, я впервые
и разбирался в этих, не сталкивался. А потом, когда я поработал немножко, меня поставили работать в качестве контролера. Контролер, здесь как раз это карьера по контрольной части. Мастер, сначала контролеры там четвертый, пятый, шестой группы. Потом контрольный мастер, потом старший контрольный мастер. И я уже проводил испытания двигателей в качестве старшего контрольного мастера. Двигатель по длительному испытанию. На пенсии вот я еще 6 лет работал. И вот эта бабка отозвала. Со внуками не совладала. И отозвала меня. Я еще 6 лет проработал на пенсии. А до этого, значит, я же как бы не полная, и сведения не полные окончил. Я работал и учился. Сначала школу до 11 класса закончил, работая без отрыва от производства. А потом уже институт. Институт специальный по стандартизации и метрологии. Ну, как по специальности. Это я уже работал и учился. Вот это вот мой трудовой. Ну, а что после пенсии, на пенсию пошел? Дачу купил. И вся жизнь на этом. Дача. До самого, как пока мог двигаться. А потом уже дети включились в эту работу. А мы уже со стороны, пока могли, работали там, кое-что нужно. Потом, значит, вся работа потом вот на этом кресле. Вся жизнь.